Воскресенье, и снова зима. Только, казалось бы, уже все растаяло, уже асфальт подсох. Уже движение транспорта ничего не препятствует. И тут воскресенье. Ночью насыпало снова снега. Погода, конечно, солнечная, но где-то минус один, минус два. Снег лежит, местами подтаивает. Воскресенье, выходной. Сейчас дети на санях будут кататься. А на дорогах, как обычно, новые аварии. И так далее. Зима — это, конечно, хорошо, но лучше бы уже лежал снег всю зиму, чем вот так вот то растает, то замерзнет, гололед. Лучше постоянная зима, чем такой переменчивый гололед. Снег мягкий, влажный, хрустит. Подхожу к дороге. Сейчас посмотрим, что там на дороге. Уже машины разъездили. Снег. Или нет. Никто не ожидал снега, по прогнозу дождь передавали, дождь и был, но потом, видать, резко поменялось циклон. И на дороге вон все растаявшее. Теплотрассы проходят, солнце светит, машины уже все разъездили, уже болото. Что у нас там? 15 секунд. Красного. Да, морозец ощущается. Все, зеленый. Погнали. Да, тут, конечно, уже не так просто пройти, надо перепрыгивать. Так, пойдем сюда. Вот лопаты стоят, люди расчищают. Я сам с утра вышел, разгреб тоже снег, чтобы выйти. Такая была неожиданность снежная. Все, перейдем дорогу. На дороге уже укатано, скользко, уже каток. Только зимняя резина, потому что очень скользко на дороге. Но уже следы от саней, уже кто-то катается. А вон впереди вижу в мусорном альфаторе сосна, уже кто-то выбрасывает. Так у нас на Новый год понакупают, а потом не знают, куда девать. Вот она. Сейчас куплю хлеба и пойдем дальше. Все, хлеба купил. Теперь направляюсь в ВТБ. Кстати,
очень неплохой магазинчик КТБ. Цены на порядок ниже, акции постоянно. Очень удобно. Еще приложение установил, постоянно обновляются акции, скидки. В общем, очень удобно. Так что направляемся туда. Все в снегу, деревья в снегу. Вот у нас тут заброшенное место. Вот это прямо такой вот заброшенный садик когда-то был. Уже очень давно не работает, к сожалению. Тает, с крыш капает, только слышно стучит капли. Вот. Молдаванка, район Одессы. Одесские дворики. Вот, сделали для кошек такие домики, чтобы зимой было где им греться, кушать. Уже почти подхожу к магазину. Осталось совсем немного. Еще немного осталось.